музыкальный коллектив «Слово мира». «Слово мира». «Слово мира». Такие люди, как Махатма Ганди, Лев Толстой, Рерих и многие-многие другие величайшие деятели духа на нашей планете, они вдохновляют нас на творчество, и мы, ориентируясь на какое-то конкретное творение этого человека, воплощаем его в музыкальную ткань. Может иногда показаться, что тишина даже важнее, чем то, что мы сыграем. Это даже к лучшему. Как коллектив образовался, как у меня появилась эта идея. Хотя многие уже знают. Вот, мы записывали в январе этого года с моей другой группой The Grand Astoria, записывали такую некую серию, начали записывать серию коллабораций с различными музыкантами. И первая была коллаборация как раз с ребятами из Москвы. И все сложилось настолько здорово, что я подумал, что из этого всего нам нужно создать свой отдельный коллектив. И как раз этими ребятами были Витя, Коля и Саша. И я понял, насколько эти люди мне близки по такому моральному, не знаю, ментальному какому-то состоянию, что человек, который должен быть в этом коллективе пятым, должен быть точно таким же. И я сразу же вспомнил о Гоше, о балалайчнике нашем, потому что он участвовал уже в записи альбома моей еще одной из групп. И просто мы с ним сразу же нашли общий язык, я понял, что это человек именно тот, кто нам нужен. Вот, и таким образом как-то чудесно мы впятером все собрались и поняли, что нам нужно вот этим заниматься, у нас все здорово получается, мы находимся на одной волне. И в принципе у меня с моими какими-то другими коллективами очень давненько не было какой-то такой связи духовный, я не знаю, ментальный, вот чтобы вот так вот все здорово, все кликало сразу же с первого раза, и мне кажется, я надеюсь, что у нас получится записать классный альбом, классно выступать, потому что все для этого есть, и я очень настроен решительно. Я играю на барабанах в группе «Слово мира». И это проект, который придумал Камиль. Изначально целью было просто собрать старых друзей. Вот, мы все играем в разных группах, но давно друг друга знаем. И как-то Камиль задумал такую импровизационную сессию. Он поехал в Москву. В том числе он обратился ко мне. Вот, я с удовольствием согласился поиграть, потому что я всегда с Камилем рад поиграть, потому что очень люблю его проект «Grand Astoria» и другие. И, в общем, мы сделали один такой импровизационный альбом, включая эмбиента и такого
ослабленного медитативного урока. И решили как-то продолжить, потому что всем очень понравилось. И хоть и первый раз вот даже с Саньком, с басистом, только познакомились вот на той сессии в январе. И решили продолжать. Цели сложно говорить, потому что у всех свои группы, у всех работа. Вот, посмотрим. Пока это, как говорится, в кайф, мы продолжаем. Это очень интересный эксперимент, прекрасная возможность попытаться войти в какое-то состояние непосредственной игры, погрузиться в музыку и откинуть от себя какие-то условности, какие-то шаблоны, паттерны, которые иногда могут мешать для создания какого-то нового объекта. Не знаю, получится или не получится, но мы будем стараться. Здорово, я Николай Самарин из группы IWKC, и я ищу способы, как можно играть для Бога. И в этом коллективе у меня это получается на данный момент лучше всего.